Почти 300 мигрантов, 277, если быть точно, спасены с тонущей лодки в Средиземном море. Терпящих бедствие людей обнаружили в 30 километрах от побережья Ливии. Вот и этим людям повезло вдвойне. Их нашли испанские спасатели, а не ливийские военные, которые отправили бы тех беженцев обратно. Теперь мигранты попадут в Европу, куда так стремились. Испанцы отвезут их на Сицилию. Спасенные в основном это женщины из Нигерии. Говорят, что бежали от войны, но путь был очень опасным. Они попали в плен к ливийским работорговцам и чудом сбежали, воспользовавшись тем, что их надсмотрщики напились. Мы прибыли в Ливию из Нигерии, и проблем здесь было еще больше, чем на родине. Ливийские боевики стреляли по нам, унижали, мы не могли свободно передвигаться. Нас заперли как пленников. Меня насиловали эти ливийцы, это был какой-то кошмар.